Красная коробочка – это Россия. Зеленая – Египет. Хан сначала обнюхал коробку Египта, но потом уверенно развернулся к российской, лизнул ее и зацепил когтями. Возможно, тигр считает, что сначала египтяне будут вести в счете, но мы справимся и победим. Красавчик, ты хороший, хороший. Молодец, Хан, молодец. Коробки ничем не мазали, и внутри ничего не было, заверили сотрудники парка. Просто Хан любит шуршащие предметы, как и любая кошка. Ранее тигр уже угадывал победителя прошлого чемпионата мира по футболу. Если хищник не ошибется с нынешней игрой, то он погадает и на следующий матч с Уругваем. А если победный прогноз для России не сбудется, Хан уступит место другому животному оракулу. Матч Россия-Египет начнется в 1:00 по нашему времени. Трансляция будет на сайте Первого канала. Sequoia's gone down, and that's bad news for Russia.